знаешь, вот как-то мы с тобой очертили все-таки круг задач, которые нужно было именно исправить в этой сонате. Прежде всего, это трель. Ну да, трель есть еще. Ты ее сейчас стал еще хуже играть. Ты ее просто... Она вообще никак не считается у тебя. То есть она бесконтрольная, не годится. Когда ты играешь в разработке, появилась халтура. Ты перестал играть первый палец. Он даже не нажимается. Не было слышно, даже видно, что ты его и не нажимаешь. Отдельно не учишь, видимо. То есть пианистически она сейчас хуже стала. С такого же зрения пианизма это вступление, которое у тебя было слишком эффектными какими-то движениями, сейчас ты стал вообще играть откровенно легато. Все-таки здесь достаточно ясная идея, чтобы это было аккордементо. То есть кончиком, естественно, это снимать. Дальше, серии, вот я сейчас как раз в Харькове читал лекцию о Бахе, о партикуляции. И одно дело, когда ты это рассказываешь для людей, но оно же и на меня тоже влияет. Я думаю, боже мой, все-таки насколько артикуляция, она меняет выразительность музыки и смысл. Если бы мы это же очень много с тобой тоже об этом говорили, что если бы Бетховен написал просто стаккато, было бы совершенно другое. Но для него важно, чтобы каждая из этих лик не просто как бы хореически сыграно таром, а еще вот этот выход таром, парам, тида, тида, тада, тида. То есть вот это микронапряжение. Как бы мотив ми фа фа до ре. Ты это играешь, но артикуляционно ты напрочь это убираешь, вот эту лигу. Из этого получается, во-первых, другой смысл, более простой. Вот этой напряженности. Тара, барам, барам, пирам. Музыка совершенно другая становится. И плюс начало, когда ты играешь здесь, ты как-то не почувствовал темп. Смотри, как строится вообще здесь темп? От чего мы его считаем? Получается, этими четвертями. Ну, половинками. Получается, в четверть потом превращается. Нет, наоборот. Сначала четверть, она превращается в половинку. Вот этого соотношения не хватает. То, что, скажем, ну так как у нас редакция кого? Шнабеля, да? Здесь он очень так вот пишет. Ну, можно поспорить с этими метрономами, но во всяком случае лярго и аллегро здесь, да, они как бы соотнесены один к двум. Но когда ты начинаешь играть ляргу, что ты должен перед этим чувствовать? Хорошо, где? Мне кажется, что даже не вот это вступление, а вот это зерно. Это самая вот главная партия. Лям па па пим та ди ра ди ра па лям бим пам пим ти ди ра ди ра лим па лям бим пам пам. Вот это самое вот такое начало действия, от которого должен пропульсировать, продирижироваться и вот эти аллегры начинающие, да, вступления и лярго. То есть перед тем, как ты начал сонату, в тебе должна эта тема заиграть, как время, как пульс. Быстровато, но соотношение как бы остается.
Бетховен нету времени, мы уже говорили, да, что это как слизень получается без ракушки, он не сможет жить. Очень важно ощущение метрики и дирижера. Это не просто для чего, чтобы это было ровно, а для того, чтобы энергия, которая есть в этой музыке, она передавалась через вот это стабильное время. Потом на это время уже накладывается ощущение. Вот это биение внутри, не так, как ты вот тут играешь, да, просто четвертями, а именно та-та-ти-та-та-ти-та-та, вот это биение внутри. Отсюда же, от ощущения времени, идет и характер дальнейший. Па-пам, ди-да-ди, па-пам. Это прямо нужно играть с натяжением. У тебя все равно все вот эти стаккато, та-та, та-та. Ты послушаешь потом на записи. Та-та, вот это натяжение, преодоление. И потом вот этот злой... воинствующий, угрожающий бас, но этого не хватает. То есть, вот самое первое, что в сонате нужно возобновить, это твое дирижерское начало. Помнишь, мы с тобой ее как-то продирижировали? Сначала я тебе ее продирижировал, потом я твоей рукой продирижировал, а потом ты ее сам дирижировал. И вот тогда это время как конструкция, как форма. Она начинает работать. А дальше идет второй момент, который я все-таки не могу у тебя услышать. Почему? Потому что нету замедленной работы. Ты не слышишь замедленно. Абсолютно всю интонационную начинку этой сонаты, да, что все из одного зерна. Все из этих секунд состоит. И дальше абсолютно вся эта музыка, если ее так связать, то получается, что все как из одного зерна, как у листа соната, его семинарная, да, вот из одной темы абсолютно потом вырастают все темы соната, и побочная, и главная, то есть везде одно и то же зерно присутствует. Мне кажется, в Бетховене здесь это так же, и это было бы намного, ну что ли, сильнее и интереснее, нежели просто какие-то различные темы между собой не связаны. То есть это нужно услышать и отработать именно замедленной, вслушанной игрой. Ну хорошо, значит, вот давай мы попытаемся все-таки отсюда пропустить. Много для себя почерпнул в плане свободы и пианизма, вот это.
эта основа, да, ощущение кончика, цепкости кончика пальца, да, и при этом абсолютная свобода всего аппарата. И ментальная свобода, свобода дыхания, свобода мышления, умение, вот, кстати, умение внутренним слухом все время слышать исполняемую музыку, при этом как бы не напрягаясь, а прорабатывать замедленно, вслушиваясь, как будто ты играешь со стороны, как будто ты сейчас играешь, и ты одновременно находишься в зале. Вот это очень перекликается с тем, что я все время пытаюсь тебя научить тому, чтобы ты научился слушать себя, чтобы ты научился слушать не просто, да, как говорят, вот, слушать себя со стороны, слушать каждую ноту перед, во время и после. Услышал паузу. Услышал. Это пауза. А еще есть натяжение. Я хочу сказать ля. Я говорю ля. Ра. Я даю позже. И вот это в каждом мотиве. Потом то же самое. Дальше будет то же самое. Вот я хочу, чтобы ты этот каркас мне сейчас сыграл как основу. Совершенно другим, и все равно за этим стоит прежде всего идея, да, энергия. Причем нижний голос надвигается, да, то есть его нужно параллельно вести. Потому что есть, скажем,
Шопеновская стаккато, да? Хотя тоже можно поспорить. Есть стаккато у Дебюсси. У всех композиторов... Есть баховская стаккато, да? У всех композиторов разная мера стаккато. Так вот, бетховенская стаккато, оно тяжелее, оно острее и оно горячее. То есть это все-таки ближе к Баху. А у тебя получается такое. Водичка. Что здесь, что там. То есть оно, нету этой идеи. Это тяжело должно быть. То есть, с одной стороны, как поступ этого командора в Дон Жуане. Ну давай, я тебе уже показал, я хочу, чтобы... Первая нота.
Ну, давай попробуем соединить сейчас главную партию. Но мысль не должна продолжаться. Ты играешь начало, и вот ты на этой настолько зависаешь, что уже соната и заканчивается. Любая фермата — это все равно движение да, мысли. Давай еще разочек сначала. Восстановился. А, здесь же схватка не на шутку.
клавиатуре. Эмоциональной игры, а ему градус, то, с которым ты это отрабатываешь.
Вот, а ты, наверное, просто это гоняешь туда-сюда. Значит, давай, что мы еще сейчас успеем? Мы все просто не успеем. Давайте уже потом пусть. Да, да. Значит, сейчас давай просто договорим. Вот, вот это я хочу посмотреть. Чтобы это было такое же, это такое же. И потом это. Чтобы это было из одного теста. Замедленно сейчас. Только в эту линию. Действие второе.
еще большим градусом накала. То есть вот главное. Мы сейчас, да, не успеваем это все посмотреть, но тут над каждым тактом можно часами работать. Я бы так и работал часами. Вдумчиво, вслушиваясь и с большой внутренней отдачей. И вот, вот это третье, последнее место. То есть, что ты должен научиться в этой музыке? Прежде всего, научиться ее чувствовать как время. Время создает форму, как непрерывность движения. Да? То есть, даже в самом медленном, все равно медленное посчитанное, пропульсировано, связано с последующим. Темпы приблизительно выровнять. Начало чуть-чуть медленнее от этого ти-лам-пам-пам. Ну, послушаешь, да? Обязательно все эти лиги просмотреть как натяжение. Все вот... вот так вот прямо. То есть все, что ты сделал здесь, да, перенести на все остальное. Вот, вот этот пласт вывести. И все, что связано с легатными, с выразительными, тари, ротари, ну, все, что мы сейчас это посмотрели. Значит, самое последнее, что я хочу сказать, это про вот, вот этот речитатив. Значит, здесь постарайся посчитать ровнее, просто или возьми метроном, ты все время играешь разные... Да. Потом достаточно агрессивно начинаешь вот... еще далекое и не угрожающее. Вот, вот это уже будет. Сразу выдал просто все карты, дальше уже не слушаю. И в окончании вот это тара-да, ти-тира, тира-дара, ти-тира, тара-дара, тира-тира, тира-дара, тира-тира, тира-дара, 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 тира-дара. И ничто. То есть конец тоже срежиссировать, иначе непонятно, чем же заканчивается эта первая часть. И вот действительно, такое вот баховское время. Почему? Не потому, что я уже свихнулся на Бахе, да, я тебе все время про Баха говорю, а потому что все-таки от Баха все идет в последующее. Даже не потому, что Бетховен там ему в чем-то подражает, а потому что сама идея монолита у Баха, она настолько сильно давлеет, то есть, казалось бы, все из микромотивов, да, но негде остановиться, негде поставить точку, запятую, только от начала, от первой до последней ноты.
идет вот это единство движения. Вот у бетховенская форма, у Бетховена, это нечто тому подобное. Вот послушай, как, кстати, Святослав Рихтер Теофилович играет. Вообще сонату Бетховена. Я думаю, что в этой тоже такое ощущение, что вообще ни одной точки. Вот, кстати, 32-я соната, одна из самых сложнейших сонат для построения формы. Потому что иногда ее так развозят, особенно в Киеве погорели, что там вообще ее чуть ли не... Так она полчаса идет, но там ее чуть ли не 50 минут. Ну, короче, вот это ощущение формы. Рихтер ее играет на одном дыхании. Такое ощущение, что вот эта ариета, она начинается, она тут же заканчивается. Но при этом, насколько вся картина, она на ладошке? Или можно вот в этой, только в начальной... Уже здесь можно остановиться. И здесь. И так подробить саму тему. То есть вот это ощущение направленности, постоянного единства, я считаю, что это прямая преемственность. Вот так. Чувство формы, вот то, чем мы сейчас закончим, что чувство формы в Бетховене, это, пожалуй, самое сильное средство выразительности. Не штрих, не может быть даже градус. Потому что может быть градус высокий, а форма разлазится. Именно ощущение вот этой цельности. А внутри, конечно, вся эта ювелирная. То есть соната вообще, не знаю, высший пилотаж должен быть. Все, хорошо, закончили.